Во Франции отпраздновали 600-летие со дня рождения святой Жанны д'Арк. В деревушке Домрерия-ла-Пусель в области Лорен, в которой в настоящее время проживает 150 человек, прошли торжества в связи с 600-летием со дня рождения святой Жанны д'Арк, бывшей родом как раз из этой деревни. Орлеанская дева является национальной героиней Франции и небесной покровительницей этой страны. Торжественную мессу на малой родине Жанны возглавил архиепископ парижский кардинал Андре Вентруа.